Привет, ребята! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман, и сегодня я буду лепить новых героев из игры про свинку Пигги. А ссылочку на лепку всех героев по игре Roblox вы сможете найти, как обычно, в описании под видео. Спасибо вам за лайки и комментарии, приступаем к лепке. Сегодня я слеплю три фигурки, и первой из них будет Зизи. Зизи-зебра. Как и положено быть зебре, она белого цвета с черными полосками. Одета в светло-фиолетовое платье и в руке держит шпагу. И как настоящий мушкетер, на голове она носит темно-фиолетовую шляпу с розовыми перьями. Вот такая фигурка Зизи у меня получилась. Далее, по вашим просьбам, я буду лепить фигурку Догги. Догги собака, скин Пигги. Это темно-коричневая собака с оранжевыми светящимися глазами, одетая
фиолетовую рубашку. Морда у него светло-коричневая с черным носом. В руках Догги держит топор. Фигурка Догги готова, если она вам понравилась, не забудьте поставить лайк. Далее я слеплю фигурку огурчик Пигги. Для лепки внутренней части огурчика Пигги я буду использовать скульптурный пластилин темно-оливкового цвета. Огурчик – это еще один скин Пигги, созданный на основе мема «Огурчик Рик» из мультсериала «Рик и Морти». Это единственный персонаж в игре про Пигги, у которого нет рук. Но тем не менее, у него так же, как и у свинки Пигги, есть бита. В общем, ребята, вот такой огурчик Пигги у меня получился.
Спасибо вам за то, что досмотрели это видео до конца. Если хотите поддержать наш канал, то поставьте лайк, а также подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео. Ссылки на наш Инстаграм и группу ВКонтакте есть в описании под видео.